Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света, и это мой подкаст «Дневники Лени Лоренц». Друзья, заранее прошу меня извинить, на заднем фоне, возможно, будет слышно, как мистер Люсик успешно занимается погрызением своего любимого корма. Поэтому, может быть, я попробую как-то это загладить музыкой или еще чем-то, как-то почищу запись. Но в любом случае, если вас это не раздражает, то я очень-очень вам благодарна. Мы сегодня продолжаем разбирать наши оставшиеся 5 вопросов, посвященных глубинному психоанализу и подведению итогов 2022 года. У нас осталось всего 5, поэтому мы уже практически на финишной прямой. Поехали. 31 вопрос звучит следующим образом. Боюсь ли я выражать собственное мнение? Мне кажется, что лично у меня страх — это немножко не то слово. Ну, скажем так, я не боюсь выражать собственное мнение. Я просто не считаю, в большинстве случаев, наверное, в 99% случаев, это уместным, нужным, как говорится, релевантным и просто уместным. Потому что выражать свое мнение я могу спокойно и честно. Во-первых, это на своих площадках каких-то, на своих каналах, в блогах, то есть в местах, где я нахожусь как бы у себя дома, грубо говоря. И то все равно существуют какие-то границы, какие-то правила, которые я себе выставляю. То есть есть темы, на которые я спокойно могу выражать свое мнение, а есть те, которые, ну, лично для меня находятся под строжайшим табу. Я думаю, у каждого человека есть такие моменты. Но вот мое личное мнение, вот в 99% случаев, ситуаций, ваше мнение, ну, оно не нужно. Оно совершенно не нужно, особенно если вас об этом не спрашивает. Как говорится, я придерживаюсь такой фразы, что молчание — это золото. И вот промолчишь — не то, что за умного сойдешь, я не верю в эту фразу, не верю в ее такой смысл, но это будет во многом лучше для вас, чем вы выскажете свое мнение, особенно если, например, вы находитесь в каком-то комьюнити, где большинство людей придерживаются совершенно кардинального, полярного мнения, отличного от вашего. Но это совершенно как-то бессмысленно, на мой взгляд, нагнуть свою линию, что-то кому-то доказывать. Мы все взрослые люди, у нас у всех есть свои взгляды, свое мировоззрение. Если ваше мировоззрение отличается от мировоззрения вашего собеседника, ну какой вообще разумный смысл что-то ему навязывать, доказывать? Мне кажется, это какой-то детский сад. Это когда два ребенка не могут поделить в песочнице одно ведёрко, один куличик. По-моему, это очень глупо. Как говорится, мнение — это нужно во многих случаях оставлять его при себе. И не потому, что сойдете за умного, да, я еще раз подчеркну, а просто потому, что это будет лучше, полезнее для вас и для вашей нервной системы, для вашего морального состояния. Ну, это мое личное мнение. Слишком много слов мнения, да, мне кажется, в этом вопросе. Но, тем не менее, поехали. 32-й вопрос. Как часто я позволяю своим страхам удержать меня от действий? Во многих случаях страх является неким двигателем, двигателем прогресса, двигателем определенных действий. Вы знаете, страх, он, ну, имеет примерно ту же природу, наверное, что и стресс, что и волнение, но разве что, наверное, в более гипертрофированном таком сюжете. Вы знаете, я часто испытываю страх, довольно-таки часто. В основном он, конечно же, связан с такими фатальными темами, вроде страх за свою жизнь, страх за свое здоровье. И, вы знаете, довольно часто вот эти вот страхи, они удерживают меня от действий, которые могли бы каким-то образом причинить мне вред, как физический, так и моральный. То есть в таком случае мой страх, он как бы меня бережет. Вот. Но, вы знаете, если действие, которое я должна совершить, оно будет мне полезно, оно мне нужно, и я этого все-таки в глубине души очень хочу, да, ну, например, защитить диплом, там, пятерку или еще что-нибудь, сдать госэкзамены. Конечно, страх присутствует, там, провалиться, еще что-то, но это такой, знаете, плодотворный страх, который, наоборот, будет вас подпитывать энергией, потому что в экстремальной ситуации наш мозг действует совсем не так, как в обычной жизни. Я считаю, что страх — это вообще неотъемлемая часть человеческой жизни, и причем та часть, которую мы можем развернуть в собственную пользу.
Достаточно просто смотреть на это все разумно, как я уже говорила в прошлом подкасте, не быть страусом, не прятать голову в песок, не надевать вот эти розовые очки, принять этот страх, потому что мы все люди, мы все живы, мы все боимся, блин, извините, чего-то. Но вот этот страх, он не должен удерживать вас от, например, шажка в сторону вашей какой-нибудь мечты. Или удерживать вас от улучшения своего здоровья, своего качества жизни, особенно если вы этого хотите, и это и есть ваша цель. Поэтому как-то так, нужно сделать страх своим верным другом, и все будет в порядке. 33-й вопрос. Какую ошибку я больше никогда не повторю? Я записала два пункта, но с вторым я уже сама с собой так конкретно поспорила. Ну, знаете, так поддалась всеобщему веянию вот эти ошибки, которые большинство людей пишет, да? Ну, с первого я согласна. Первое — это никогда не говори никогда. Я постоянно натыкаюсь на эту ошибку. Я говорю, ой, все, чтобы я, да чтобы с ним, да чтобы я еще раз такое сделала, да боже упаси. И я всегда повторяю, это просто как будто судьба надо мной насмехается. Поэтому никогда не говори никогда, никогда не зарекайтесь, в жизни бывает абсолютно всякое. Вы знаете, вот сколько, господи, лет 5 назад я работала в английской школе, в школе английского, и прям глубоко была уверена в том, что за иностранными языками будущее и успех прям у каждого человека. Но мы должны знать иностранные языки, чтобы максимально как-то расширять собственные горизонты. Сейчас я вообще так не считаю, учитывая современные реалии, политическую обстановку. Просто вот реально то, что нас окружает, ну как бы это не актуально. То, чего я придерживалась раньше, это никакая не актуальная повестка, скажем так. Поэтому никогда не говори никогда, нужно принимать этот мир, двигаться по течению, но при этом не как, вы знаете, экскремент в проруби, да, куда тебя перебьет, там ты застрянешь, а реально двигаться по течению, плавно, мягко и обустраивать эту свою ладью, в которой вы движетесь именно так, как вам хочется, чтобы не было выбоин, никаких дырок там, чтобы ничего не протекало, чтобы у вас были крепкие и надежные весла. И тогда мы справимся вообще с любым штормом, и с любым климатическим ураганом. Климатический ураган. Вот что сегодня со мной вообще? Поэтому, да, второе я записала, но я с этим уже не согласна, да, никому не верить, кроме себя. То есть я так подразумеваю, типа, не верить другим людям, не доверять им. Я сейчас подумала и поняла, что вообще не про меня. Я просто так немножко... Ну, большинство людей обычно пишут, что, ой, не доверять никому, кроме себя. Вот у меня в жизни все совершенно сейчас по-другому. Мне, наоборот, нужно раскрываться побольше перед близкими людьми, которые меня любят. Доверять им и почаще, вы знаете, рассказывать им о том, что я реально чувствую, о том, что у меня внутри, не держать все в себе. Потому что, блин, чем больше я держу все в себе, потом это все оборачивается мне боком, меня накатывает жуткая потом истерика. Знаете, как снежный ком накапливается, и вот потом происходит всякая фигня. Поэтому мне вот наоборот нужно доверять моим близким людям, ценить их любовь, их поддержку, и почаще обращаться к ним все-таки за помощью, а не делать вид, что я все такая, ох, сильная, я все сама справлюсь. Да нифига. Нифига. Человек нуждается в человеке, а не человек человеку волк. Я это говорю, я интроверт, да. Вот так вот, такая жизнь. Ну, 34-й вопрос, поехали. Как часто вы отделываетесь от других оправданиями? А что такое вообще оправдание, да? Оправдание, такой немножко негативный оттенок слова имеет, как будто... Ну, это связано с ложью, лицемерием, отговорками. Типа, знаете, я не пришел на работу или я опоздал на работу, потому что, ну, вы можете принять мое положение, пробки и все такое. Я в очередной раз опоздал. Хотя на самом деле причина была просто в том, что вы не хотели идти на эту работу и специально там проспали. Ну, или случайно, но вы решили не говорить честно. Что такое оправдание? Ну, допустим, вы не сделали работу вовремя, потому что прокрастинировали перед телевизором. Но заказчику или вашему шефу вы говорите о том, что вы делали другие проекты, активно работали, то есть вы оправдываетесь. Оправдываете себя самого и собственную лень. Часто ли я лично оправдываюсь? На самом деле, я считаю, что лучше, как всегда, горькая правда, чем сладкая ложь. Если вы все-таки делаете какую-то работу... ответственную. Вы должны делать ее хорошо, делать ее вовремя, в срок, потому что вы, извините, получаете за нее деньги. А если еще и хорошие деньги, то, блин,
ну, в чем вообще проблема, я не знаю. Мне кажется, что надо говорить просто честно, нужно быть открытым человеком, но при этом, знаете, ни хамлом, ни быдлом, и адекватно оценивать свои силы. Ненавижу, на самом деле, оправдания, ненавижу, когда вот люди оправдываются. Ну, да, оправдание — это своего рода, вы знаете, оправдание собственных слабостей, собственной какой-то лени совершенно неуместны. Это слово, оно даёт некой инфантильностью. И для взрослого человека, который, там, не знаю, ходит на работу, который взаимодействует с другими людьми, мне кажется, это как-то не очень уместно. Вот. Я могу ошибаться, на самом деле, поэтому, друзья, обязательно напишите, что вы думаете об оправданиях. Что это вообще такое? Давайте разберемся в конце концов. И 35-й вопрос. Звучит очень, блин, странно, на самом деле. Если бы я мог отправить всему миру послание, что бы я сказала за эти 30 секунд? Я такая сначала, сейчас я тут наговорю всякого, там, типа, ну, мирное небо над головой, там, вкладывайтесь в науку, любите друг друга. Ну, как это обычно, чего мы все обычно желаем, ну, адекватные, нормальные люди. Чтобы не было войны, чтобы небо над головой было чистое, чтобы пенсионерам хорошую пенсию платили, и вообще зарплаты были хорошие, и чтобы друг друга любили, никто никого не обижал. Ну, такие банальные истины, не знаю, детский сад, ребят, ну, серьезно, детский сад, да. Ну, выскажу я все это. А дальше что? Ну, услышат меня эти все люди, миллионы, миллиарды. Сколько нас, боже мой, я не в курсе, сколько нас на планете живет. А дальше что? Они такие, ох, это же Света сказала. Мы должны к ней прислушаться и срочно изменить свою жизнь. Ну, бред собачий. Бред собачий, реально, ребят. Ну, бред. Поэтому я поступлю как просто последняя эгоистичная сука. Я скажу, подписывайтесь на мой канал. Заходите в мои новые проекты, заходите в мой Телеграм, поддерживайте меня лайками, подписками. С вами была Лени Лоренс. И это был ее подкаст «Дневники Лени Лоренс». В общем-то, на этом и все, друзья. На этой достаточно саркастичной ноте я заканчиваю свой подкаст. Это были все 35 вопросов, на которые мы с вами ответили. Вы также, в свою очередь, можете на всех их отвечать, либо в своих блогах, либо в тетрадочке, в блокнотике, или просто у себя в голове, или вообще не отвечать, забейте на всю эту хрень, идите лучше чаю попейте, и вообще забудьте о том, что я сегодня наговорила. Все, друзья, на этом я заканчиваю свой подкаст. С вами была Света, она же Лени Лоренс, и очень скоро мы с вами увидимся в следующих видеороликах и подкастах. Пока-пока!